Привет, ребята! С вами Конфетки ТВ. И сегодня у меня для вас есть вот такая вот интересная игра. Волшебные прыгающие обезьянки. Чтобы не тратить время, я уже все открыла и приготовила. Поэтому давайте позовем сюда свинку Пеппу с Машей и поиграем в эту забавную игру. Привет, ребята! Посмотрите, какая большая пальма у нас получилась после того, как мы собрали всю игру. Пальма имеет 5 секторов. 1, 2, 3, 4, 5. В каждом секторе есть дырочки для вот этих вот палочек. В каждый сектор мы вставили по 6 палочек. 2 оранжевые, 2 голубые и 2 зеленые. Вот таким вот образом. Сейчас сверху мы насыпем наших обезьянок и начнем с Машей играть. Вот так вот выглядят наши обезьянки. Всего 30 обезьянок-проказниц. Сейчас мы с Машей будем бросать вот такой вот кубик, который нам будет показывать, какую палочку нам вытаскивать, какого цвета. Голубую, зеленую или красную. И затем, кто меньше всего соберет обезьянок, тот и выиграл. Давайте начнем. Привет, ребята! Маша, мы с тобой давно не виделись. Давай начинай первое. Хорошо, Пеппа, только потом не говори, что ты не выиграла, потому что я первая начинала. Не буду, Маша. Начинай. Красная, ух ты, красная. Тащу красную. О, ни одна обезьянка не выпала. Пеппа, давай ты. О, красная, тащу красную. Ух ты, ни одна обезьянка не выпала. Маша. Зеленая. О, вытаскиваю зеленую. О, ни одна обезьянка не выпала. Красная у меня, красная. Тащу красную. О, первая обезьянка. Ну-ка, Маша, давай теперь ты. Синяя. О, ни одна обезьянка не упала. Пеппа, давай ты. Красная. Ну-ка. О, ой. Ой-ой, чуть не упала. Маша. Синяя. О, ой, ни одна обезьянка не упала. Пеппа. Красная. А-а-а, две обезьянки выпали. Ну, Маша, надеюсь, что у тебя тоже сейчас попадают, посыпятся обезьянки. Нет, Пеппа, я надеюсь, что нет. Ой-ой, ой-ой. Ни одной обезьянки, Пеппа, бросай. Зеленая. А, Маша, ни одна не упала. Синяя. Ой-ой-ой. Пеппа, бросай. Зеленая. Ох, как мне повезло! Ни одной не выпало. Маша. Синяя. Ну-ка. Выпала одна обезьянка. Пеппа, бросай. Синяя. Ой. Кажется, мне повезло. Маша, бросай. Синяя. Ого! Ничего себе! Вот это да! Ну что ж, Пеппа, твоя очередь. Синяя. О, ничего себе! Еще 3 обезьянки. Маша, ты бросай. Так, Пеппа, зеленая. Ага, не упала. Бросай, Пеппа. Зеленая.
О, еще две обезьянки. Ой, так много обезьянок, я аж упала. Маша, бросай кубик. Зеленая. О, и мне одна попалась. Пеппа, скорее бросай. Не терпится узнать, кто из нас меньше соберет обезьянок. Так, у меня зеленая. Ни одной не выпало. Маша, бросай. Синяя. Ой-ой, еще две обезьянки. Бросай, Маша. Синяя. Еще две обезьянки. Маша, одна к тебе упала. Забирай, папа, забирай. Мне не нужна лишняя обезьянка. Зеленая. И еще одна обезьянка. Пеппа, бросай. Красная. И мне ни одной обезьянки. Маша, бросай. Красная. Ух, ничего себе. Целых 4 обезьянки. Интересно, сколько я их уже тут собрала. Пеппа, бросай. Красная. И еще одна обезьянка. Маша. Красная. И мне одна обезьянка. Пеппа. Зеленая. И еще две обезьянки. Маша. Синяя. Ой, закончились синие палочки. Это значит, я пропускаю ход. Бросай, Пеппа. Красная. И еще одна обезьянка. Маша. Синяя. Не закончились. Я пропускаю ход. Пеппа, бросай. И мне синяя. Маша, твоя очередь. Красная. Их тоже нету. Синяя. Синяя. И мне опять синяя. Интересно, нам попадется уже зеленая палочка или нет? Надеюсь, она попадется не мне. Зеленая. И мне зеленая. Мне попалась синяя. И еще две обезьянки. Пеппа, у нас было всего 30 обезьянок, правильно? Да, Маша, правильно, всего 30. Значит, давай считать, у кого больше обезьянок, тот и проиграл. Ну, давай. Маша, ну, судя по всему, у тебя их больше. Нет, Пеппа, не судя по всему. Давай считать. Считай давай свои. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. У меня 14. Считай, Маша, свои. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. А у меня 14. Маша, я выиграла. Ха-ха, ура, я выиграла. Ну что ж, Пеппа, надеюсь, в следующий раз мне повезет. Ребята, если вам понравилась эта игра и наше видео, ставьте ваши пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал. Пока!